Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя заканчивается, впереди долгожданные выходные. Как провести их насыщенно и интересно, узнаем прямо сейчас. 23 октября состоится обзорная экскурсия «Жизнь и творчество» Алексея Толстого. Самарский литературный музей имени Максима Горького приглашает всех желающих посетить тот самый дом во внутреннем дворе усадьбы. Именно по его ступеням поднимался в свою квартиру на втором этаже юный Алеша Толстой. Посетителей проведут по всем основным залам экспозиции. Они включают в себя и саму квартиру, обставленную как в годы жизни в ней будущего писателя, и залы, в которых хранятся памятные книги, рукописи, записки, документы, фотографии и предметы того времени. Также вы сможете заглянуть на выставку «Толстой. Смена оптики» и увидеть Алексея Николаевича в неожиданных образах. На экскурсии вы проследите жизнь писателя от и до, узнаете, кто развивал его творческие способности с детства, увидите первые пробы пера Толстого, в том числе и его поэтические опусы, узнаете истории семейной драмы родителей писателя, а также услышите рассказ о создании знаменитого произведения «Петр I» и о последующей его экранизации. Старт экскурсии в 14:00. С 17 до 22 октября на базе кинотеатра «Художественный» проводится 27-й международный фестиваль «Кино детям». На сегодняшний день кинофорум считается самым большим в России фестивалем фильмов для детей и юношества. Всего за несколько дней юные зрители увидят лучшие произведения российских и зарубежных кинематографистов. Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно на сайте городской администрации. Вход свободный. Также всей семьей можно сходить в театр. Например, в субботу, 22 октября, состоится спектакль «Сказка о царе Салтане» в Самарском художественном театре. Постановка выполнена в духе площадного представления скоморохов. В ней сочетается как динамичное действие, живой юмор, так и проникновенный лиризм, способный перенести зрителя в удивительный сказочный мир. А эпичность пушкинского слога причудливо обрамляют роскошные костюмы и стилизованное музыкальное оформление. Начало в 11:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.